Всем хорошего настроения. Мой первый заказ на сайте iHerb. Безумно понравилось то, что очень быстрая доставка. 5 дней и товар уже в Украине. Вот такая хорошая коробка. Плотная, не помятая. Быстрая доставка. Сейчас посмотрим, что еще внутри. Заказал я разные товары для детей. Но планирую еще заказывать и для себя. Кое-что уже добавил в корзину. Но сначала хочу увидеть, что я получил. Вау, одну секунду. Итак, заказали мы вот такие какие-то конфетки для детей. Не знаю, они с витаминами. В большинстве случаев выбирала или моя сестра, или моя жена. Они смотрели отзывы там и подбирали вот товар. Вот несколько пачек, разные вкусы. Вот такие. Давайте буду по чуть-чуть убирать это все. Вот такие. Вот какие-то другие. Это уже леденцы. Это были жевательные конфеты, а вот это леденцы. Также несколько упаковок заказали, поскольку и цена хорошая. И я так понимаю по отзывам, очень вкусные конфеты. Дальше. Вот это мы заказали для дочерей. Шампунь. Какой-то натуральный шампунь. Сразу же хочу сказать, что это уже моя жена смотрела. Разные видеоотзывы. Читала на форумах отзывы мам других. И вот выбрала вот такой шампунь для дочери. Для у меня две дочки. И вот для них мы купили вот такой шампунь. Также посмотрим. Если кого-то будет интересовать отзывы, я смогу отписаться уже только после того, как мы немного попользуемся. А также вот такие жевательные витамин С для детей купили. 90 здесь капсул этих, или я не знаю, вот жвачек с витамином С. Я заказал также себе две упаковки, и сестра себе упаковку взяла. Вот. Так, и еще заказали мы вот такие штуковины. Это уже моя сестра где-то начиталась, что очень полезная штуковина. Это хиноцея. Заказал я себе, сестре и вот родителям одну банку. Так, смотрите, какая упаковка, чтобы ничего не разбилось. Внутри вот воздушные. И еще заказали мы вот такой на пробу витамин С в жидкости. Так, хорошо все упаковано. Да, понравилось работать мне с этим магазином. Добавлю его в закладки и буду себе заказывать по необходимости. Очень много скидок разных. Я даже оставлю вам код на скидку на первую покупку 10%. Переходите по ссылке, регистрируйтесь и получайте ваши скидки. В дальнейшем буду также снимать обзоры распаковки вот продуктов с сайта iHerb. Вот такой витамин С в жидкости. Все ссылки в описании под видео. Также ссылка на сайт, также ссылка с промокодом. После регистрации вы получите 10% скидки на свою первую покупку. И в дальнейшем что-то еще там увидите. Работать с этим магазином мне понравилось. Ссылка в описании. Всем хорошего настроения. До свидания.